Всем привет. Как дела? А? Хорошо. Отлично. Привет. Да. Это серьезно. Лёш, как дела? Хорошо. Куда идем? Гулять. В эстакаду. Мы идем, короче, в центр. Мы идем в эстакаду. У нас зашибательная просто погода. У нас пасмурно, нету жары. Мы просто счастливые люди, когда мы открыли двери нашего дома на веранду, мы по ним поняли, что сегодня просто наш день. Вот, так что мы пойдем сейчас прогуляемся. Я купила, значит, себе новый прикид. Сегодня же тусовка. Вот такая футболочка. Короче, футболка, шорты. Футболка стоит 750 рублей. А шорт стоит 1900. Вообще зачетные, просто мне очень нравится. Сейчас пошли в сторону центра. Здесь такое количество машин большое, тут прям движуха, тут люди очень много. Мы хотим зайти на рынок. Мы, кстати, уже купили хну. Вот, и сегодня будем рисовать татуировку. Когда разговорно надевать? Ой, не говори. Я не хочу эту майку, у меня много майк, я хочу другую майку. Чепулах прям ей хочется. Ну. О, мам, помнишь, сколько там на качелях? Давайте, давайте. Фигеть народу. Это центральный рынок у нас. Так, а мы куда идем? А, в эту? Ну да. Я сейчас проверю. Что ты пошла проверять? Так, ты от нас не уходишь проверить меня. О, боже мой. Ничего себе, какое серьезное заявление сейчас только что было. Да, давайте зайдем попить куда. А вот и ярмарка, оказывается, здесь. Алин. Да вот она здесь. Доча, а ты что как бегаешь за голубями, как лялечка? Как лялечка за голубями бегаешь. Ты в школу идешь, за голубями бегаешь. Да. Ну хотя я сама за ними бегаю. Так что. Так, мы в итоге сюда для чего пришли-то? Круголя сделаем и домой пойдем? Еще один, посидим. Просто на лавочке. Посидим? На лавочке. А что, сидеть? Устала? Да. Так, где дети наши? Одного вижу, второго. Зашли покушать мороженое в Селата Диам или как? Очень вкусное мороженое. Шарик стоит 90 рублей. Ну вот как? Это мое. Я знаю. Как тебе мое? У меня манго. А у тебя что? А у тебя дыня? У тебя что? Маракуйя. И? Из итальяна. А, все. А у тебя? Сливочный рис. И маракуйя. Да. Алина, тебе не кажется, что ты не то ешь? Вкусно? Очень вкусная манго вообще, да? Мы гуляем. Народу много. У всех такие счастливые лица. Прям радует глаз, если честно. Ого! Давай, кидай, кидай. По мне-то зачем ходить? Какой хлеб? Да ты прям как бог сидишь. Они борзеют.
Ну-ка, дай мне. Дай еще. Это что, перловка ведь? Офигеть, их тут сколько. А у меня пистолет. Сейчас я еще раз попаду. Алина, смотри. А, все, раз. Вот они наглые, а. Ай, на голову. Ничего? Мне на голову сел. Алин, ты что делаешь? Алин, они же тебе, они клевать тебе в голову сейчас начнут. Так, извините, пожалуйста. Так, ноги мои не клюем. Прикольно вообще. Вот радость для детей. У нас получилась татуировочка, тут уже начало все засыхать, потом здесь все засохнет, и кожурка отойдет, да, я так понимаю? Угу. И будет татуировка, то есть я одеваю шортики, и ее видно будет, да? Угу. Это кто, павлин, правильно, да. Жестко? Все, сколько она держится? Ну, если тут урзул подействует, то будет месяц держаться. А, ну, то есть мы на мне проверим, да? Да, да, да. Ты рисуй, рисуй. Ну, вообще сколько? Пару недель держится, да? Да, да. Ну, если обычно их, ну, рисуешь. Красиво. Очень красиво. Мне так нужно рисовать. Она сейчас начала у меня вот такой вот штучкой отходить. Сейчас она засыхает и отходит. Смотрите под ней, какая яркая. И она бывает разных цветов еще. А, ребята... А, это... подождите, какой это павлин? Это жар-птица. А, жар-птица, точно. Фига, дошло. Красиво, чё? Знаете, чё? А мне такую же сделать, как тут. Лена тоже тебе сделает. Да. А он не хочет. А на щеке чё у тебя такое? Было. Сердечко что? Оставила. Что за сердечко? Татуировка. Татуировка? Татуировка. Татуировка. Ты выговорила это слово? Класс. Спасибо. Супер. Леночка. Серьезно, ты мне кусаешь за глаз? Ау, да больно. Так, кыш-кыш. Так больно меня. Что, жопка застряла, да? То за ухо меня, то за глаз. Нет. Я тебя люблю, ты моя любимая. Целовашка. Да еще погрыжашка. Финечка. Финечка. Слушайте, все. Все, ребят, все подписываемся на канал. Подождите. Смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.